Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Курума, Иртик, Гусанёк, ЛТВ, Курикс, Гафака, Флайнг, Додик, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Смотрите, какую я подготовил классную карту. Это цветной лабиринт, кстати, это подписчики попросили, чтобы я снял что-то на цветном лабиринте. Мы эту карту записываем всего-навсего в трой раз, поэтому, если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем убегать от гномиков Кроули. Погнали. У нас есть 4 гномика, смотрите. И они все разные. Давайте начнем с самого слабого. Так, интересно, его можно обманывать? Ладно, обманывать его нельзя. Кстати, у нас сегодня скины все аниматроники. Это очень круто. Кстати, они могут телепортироваться, поэтому надо быть очень осторожным. Они могут в любой момент появиться в любом месте этой карты. Вот он. Давайте посмотрим, придет он ко мне или нет. Гномик. Опа, видите? Видели, он телепортировался. А, бегите. Тихо. Ух ты, нифига себе, как можно. Что значит, на этой карте мы записываем второй раз? Я его плохо знаю вообще. Телепортации есть, офигеть. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. И обязательно залетайте в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Я еще поставил 4, это уже 8 штук. Бегите, бегите, пацаны, быстрее. 8 гномиков, это будет жестко. Обязательно досмотрите ролик до конца. В конце ролика мы будем подсчитывать, у кого сколько смертей. У кого больше всех, тот проиграл. У кого меньше всех, тот будет лучшим игроком этой серии. Надеюсь, это буду я. Опа, Гафака слился. Отлично. Опа, еще один слился. Это хорошо, мне нравится. О, Коля, ну что ты? Ну, Николас Кейдж. Опять меня нашли. Я буду здесь стоять. Прошел мимо, это хорошо. Давайте еще добавлять. Я хочу много. Буду сюда добавлять всех разных, потому что у каждого свои приколы есть. Видите, что они делают? Блин, я ж дернулся, блин. Вот эта музыка орет. Громкие гномики. Вот, вот место, где я выжил. Я увижу, когда он сюда идет. Ай-яй-яй. Быстрей, быстрей. Нет, гномик, пожалуйста, не надо, блин. Ну, Фокси. Все, вот здесь буду тащить. Нет. Через потолок убивают. Это очень классно. Слабо. Еще добавляем. Итого у нас уже около 20 штук. Всего-навсего. Вот место, где будет тяжело им до нас доставать. О, Гафака, ты что там делаешь? Сижу. Сиди, я тоже здесь посижу, я хочу выиграть. Ты видишь, вон, чьи лапы вот там вот справа. О, Дим, привет. Справа лапы. Привет, Дим. О, вижу. ЛТВ, ты что там сидишь-то? Пацаны, вы все зашкерились в одном месте. Ну, понятно, все же хотят победить. И я хочу тоже выиграть, на самом деле. Они вообще сюда могут залететь? Конечно, могут. Естественно, потому что я могу здесь их заспавнить. ЛТВ, спасайся! Да я на самом деле специально это сделал, чего шкериться. Господи. Давайте посмотрим, достанут они меня или нет. Ну, вот это они нас окружили. Потихонечку-то вышли. Ой, ты телепортировался, я видел. Ко мне идет. Я могу сюда... Блин, я не влажу. Фокси очень большой. Я думал, надо еще больше. Еще больше? Еще в каком ты лабиринте, Дима? Я сейчас в желтом бегаю. Ого, тут шум стоит от них. Вы что, психи, что ли? Так, раз я слышу их не звук, значит, они где-то рядом. Давайте сюда спрыгнем. Все. О, если вниз упаду. Ах ты, блин, это было больно. Пацаны, не прыгайте, как я. Тебя гусанёк хотел. Я прыгнул за тобой. Тихо, пацаны, не стреляйте. Вы ж можете ранить кого-то в ногу. О, Дим, привет. Вы чё думали по выживанию? Я люблю делать заподлянки всякие. Потому что знаю, что они меня не будут так убивать. Они же сюда придут? Да, жди. А если не придут, то я их тут поставлю прямо возле тебя. Хочешь? Не надо. Чего? Эй, а чё, ты застрял, что ли? Гномикелла. Нет, она прыгнет. Ой, извини. Ой. Да извини, не хотел. Ладно, хотел. Ну, мы чтобы веселиться, давайте делать веселье. Почему-то они здесь не ходят. Что, какая-то карта, кусок карты? А, нет, они ходят. Ладно, сам себе поставил, давайте будем пытаться выжить. Ну, давай, гномик, я тебя не боюсь. Давай. Опачки, это так не работает со мной.
Пацаны, я спасаю вас. Я одного гномика на себя отвлекаю максимально сильно. Ну-ка, ну-ка. Опа! Косой! Эх! Опачки! Блин, классно! Я так могу вечно бегать. Уйдите с моей ноги. У нас тут борьба с гномиком идет. Кто кого обманет? Он меня или я его? Так, надо как-то вырываться отсюда. Нет! Ладно. Сможет, сможет. Ладно, я бегу со всей силы. Не иди туда! ОЛТВ, не иди! Это не я. А, это не ОЛТВ. А, блин, ну понабирали одинаковости. Ого, их тут! А! Блин, жесть! Идем, я тебе покажу нычку, где можно заныкаться. Нет, беги! Беги, быстрей! Куда бежать? Куда бежать? Нет, не меня, не меня, пожалуйста, ОЛТВ! Да пожалуйста, сейчас он только упадет вниз, я сразу бегу! Так, отличненько! Блин, это было очень опасно! Я ставлю еще, пацаны, этого мало. Так, сейчас я так поставлю, чтобы я мог убежать от них. Ставлю самых жестких. 40 гномиков, пацаны! Ребята, начинается вакханалия! Начинаем веселиться! Так, я забаррикадировал себе все входы. Как теперь отсюда выйти? Боже, мужики, вы что такие громкие? А! Блин, чуть не упал. А! Все-таки он меня застал. Все, 100 штук! Это максимально, что могу поставить. Если я буду ставить больше, будет очень жестко лагать. Ха-ха-ха! Вот это так кричат. А! Есть, отлично. Подслился. Да что здесь за гул стоит? А, я вижу, начинает все умирать. Это класс. А, в логово появился. Нет, 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 нет. Ах ты такой. А тут еще громче. Надеюсь, ролики мои поднимать вам настроение, так как и нам. Потому что мне такое нравится. Я убегу, нет, я не убегу. Блин, куда идти, куда идти? Нет. О, как пошел процесс. Надо, чтобы же люди набили себе очков. Беги, 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 беги. А, в логове упал, блин. А, что с тобой, гусеняк, все нормально? Не переживай, голова закружилась немножко. Ого. Еще немножко. Нормально. Вот это тебе глючит сильно. Все нормально. Так, никого нету, я не понял. Гномики, вы чё? Может, они забагались? Ну, давайте брейк посмотрим. Не, они могут выбраться, они же туда пришли, значит, и сюда придут. А ну-ка, пойду посмотрю. О, давайте найдем место, где они вообще все попадали. Может, они позастревали? Бегите, бегите, он сзади. Ладно, я пошутил. Там никого нету. Ой-ой-ой, их там очень много. Я ставлю 100 штук в одном месте, ребята. Сейчас будет экшен. Сейчас. Когда упор сработает, тогда я остановлюсь. Я не останавливаюсь ни на секунду. И уже палец устал клацать. Все, 100 штук. Сейчас они начнут разбредаться по всей карте. О, я вижу, пошли сливания, это очень хорошо. Мне не надо конкурента. Нужно. Ого, их там! Ну нафиг, бегите, пацаны! А! Вот это я подпрыгнул. Нет, нет, нет. Че, в этом же месте появился? Идет! Идет, 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 окружают. Так, я его обману. Нет! Ах ты, блин! Красиво мы с тобой посыпались. Вот это сливается все. Так я не понял, что Коля не умирает? А я... Коля! Хорошее место. Беги! Эй! Вот это... Вот это их тут, а! Эти гномики не застреют. Во! Во-во-во, место, где они меня не убьют. Все. Смотрите, смотрите, я буду жить. Хорошо, забирай свои слова назад. Самый больший раз умер, это гусанек. Гусанек, я тебя поздравляю. А я 20! Да ну нет, я не должен проиграть. Да что? У меня больше. У меня больше всех смертей, потому что я, по крайней мере, от вас бегал. А, да? Да. Отмазка не принимается. Конечно. Нет. Ого, они по всей карте расплодились. Кстати, теперь мы узнали, какие гномики не застреют. Каких можно ставить? Они все разбиваются. А, беги! Быстрей! Беги, беги, беги! А, куда ж ты стопоришь нас? А! Всех четверых уфигачил. А, ой, ой, ой. Эй, блин, под водой, они везде просто. Все, они разбились по всей карте. Теперь уже никак не выжить от них. А! Через потолок хотел меня убить. Что за Марио там прыгает? Ой, я же запереживал, блин. А! Он с этой стороны. У нас с алхимиком борьба один на один.
Я оторвусь. Эй, не смог. Бах, они... Вот где они застряли, я нашел это место. Они в яму здесь падают и не могут отсюда выпрыгнуть. Телепортировать! Все, я понял, почему эти гномики могут нас убивать. Они телепортируются сразу, мгновенно, они не ждут. Вот теперь этот гномик мой любимый. Он самый жесткий, теперь мы выяснили. Но он лайтовый. Не, он мощный. Так, они приближаются, я слышу по звуку. Лучше не идти туда. Эй, блин, та ёма, я знал, что он уже рядом. Ого, их тут. Тихо, гномики. Пожалуйста, я сижу, меня не видно, хорошо. Пожалуйста, уходи. О, я нашел место, где они не убивают, смотрите. Где? Вот тут угол есть карты, где они не идут. Видите? Я буду победителем этой серии. О, давайте проверим, можно их админским пистолетом убить? Просто интересно даже. Они бессмертные. Ой, сам у себя жизнь не отнял. Будем подсчитывать, кто сколько раз умер. Я умер больше всех раз. Ну, понятно, я их спамнил, поэтому я еще и подался. Хотя нет, у нас скоро мое последнее место на двоих. Это очень круто. Не обидно, что я последнее место один занял. А первое место у нас занял Додик. Никнейм не совпадает с первым местом, да, как-то? Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, а всем отличного настроения и всем пока! Всем пока. Всем пока.